Кукусики, работяги, хочу предложить вам по-настоящему клевую игру от создателей линейки Iona Blade and Soul. В ней все, что нужно, очень красивый мир, который приятно изучать, интереснейший геймплей и даже прикольные боевые коты. Зарегавшись по ссылке в описании, вы получите плюс 10 к силе атаки, плюс 20 к урону и премиум статус сразу после входа в игру. Дигли-дигли-дигли-доп. Секрет, значит, да? Знаешь что, главное, чтобы это было не возрождение. Если будет это возрождение, он разбафает этого жмыха. Это будет очень плохо, поэтому чекнем на возрождение и на кода вот этим вот. Окей, это кода. Прочитано. И теперь... У меня просто мысли. Есть ли смысл мне прямо сейчас разбивать аукционера? Аукционер, блин, квест адвенчера. Вообще, да, есть, потому что он его забафает дико. Ой-ой-ой, пусть будет так. Без разницы, какая последовательность, все равно я убивал бы его. Ой, но чердейка у нас уже есть. И если мы вытащим кровь, это будет... Эль Делиссимо! И я получу ачивку король арены во второй раз. Двухкратный король арены. Я вытащу Виталика. Чтобы он вынял кого-нибудь хорошего. Конечно, будет хреново, если он вытащит чародейку, но... Ладно. 50 на 50, что он вытащит чародейку или исцилятор. Если исцилятор, то это перфекту моя фернудолина. И все. А если мне сейчас с топдеком выпадет кровь, то... Он не вытащит, потому что... Да, он... Да! Виталик! Хорош! Так, главное найти сейчас кровь. Да, нашел кровь. Yes! Окей. А, вон. У меня же еще есть возврат. Возврат херни. Точно. Можно было бы кису вернуть и сделать дикое вэлью, но я верну лучше либо чародейку, либо черепаху. Больше валу я получу. Но вкусняшка тут лучше будет, чем, конечно, цветочек. Цветочек это такое. Пока что все в наших руках. Двухкратный кавалер. Если у него, конечно, там нету равенства. Но если бы у него был равенство, я думаю, он бы сейчас его использовал. Алло, здравствуйте! Хрена себе, какой он хитрый. Да. Попался. Попался. Алло, батя, нормально столько карт вытаскивать? Несчастные случаи. Алло, батя. Ну, конечно, еще и несчастные случаи. Это может быть проблема, потому что он сейчас может вытащить какие-нибудь крутые штуки, которые противостоят моей крови. А, я такой думаю, ну у него осталось мало карт, значит у меня есть все шансы сейчас. Да пофигу. Была не была, полетели. Да! Ша! Окей. Итак, добро пожаловать в грёбаный Хирстоун! Ну я для особо одаренных повторяю, что... Ну у меня есть чародейка, я могу скопировать кровь и вывалить эту кровь. Даже она будет 1-1 за единичку, то она все равно сработает. И у меня будет 30-30 на столе, и я ему смогу будку сломать. Если, конечно, он не будет провокаторов вываливать!
Или же убьет мою кровь какой-нибудь фигней. Или тапдекает Алдора. Что было бы, кстати, не очень. Прикинь, он тапдекает Алдора, у меня 1.30. Просто. Бесконечный выдалбливатель его маленьких. Я не стал сейвить исцелятора, но подумал, типа, окей, я лучше поставлю провокатора. Та-да-да-да-ан-та-дан! Сейчас перекинь, просто чекай, записывай потоки внукам показывать будешь. Неплохо сыграно. Да ладно. Он сейчас делает адаптацию на любого, абсолютно любого, и тапдекает яд. У него был сайленс, ты прикинь, у него был сайленс, он мог засайленсить кровь, и я бы не сделал 30-30. Лол. Но, кстати... По-моему, это все равно сработало бы с другой кровью, потому что я бы скопировал. Мне так кажется. Да, сработало бы. Я изначально подумал, что он может бесконечно за провокаторами спрятаться, но судьба распорядилась иначе. Тапдеком. Двукратный король арены. Добро пожаловать в гребаный Хирстон. Кстати, первая победа, классика дичи. Трехкратный король арены. Ой. Но учитывая, что у него нету существенной стали, у меня психонатер с божественным щитом, которого уже нету. И самого психонатера тоже нету. Да. Я думал, я смогу еще пару ходов просидеть и что-нибудь потом придумать. Но нет. Ладно, попался. Наказан.